Всем привет! Сегодня я буду собирать семена шиповника, который я вырастила сама. А как я его вырастила? Ну, кто смотрит за моим каналом, тот уже немножко в курсе, что здесь у меня экспериментальный кустик. Когда-то здесь была роза привитая. Я оставила шиповник, то есть из корней пошел шиповник. Я оставила шиповник и на него привила вот такую розу. Вот она уже подцветала. Вот такая штамбовая роза. Я уже немножко убрала подставочку, чтобы она немного ложилась. Роза действительно красиво смотрится на штамбе. Здесь же у меня еще поросли шиповника. Вот розовая роза я только что оборвала. Уже прививочки здесь у меня. Еще один штамбик, которые я уже этой осенью буду отделять и пересаживать в другое место. И здесь же у меня в прошлом году выросла лоза. Я специально ее оставила, вот такую, только одну длинную. И в этом году этот шиповник зацвел. Прошлой осенью я пыталась посадить шиповник, который был в зрелом виде, сильно красный. И у меня он не взошел. Поэтому я сегодня буду срывать семена вот такие полуспелые. Семенные коробочки. И буду пробовать их ложить в морозилку. Ой, в холодильник, не в морозилку, в холодильник для стратификации. И уже осенью буду высаживать их на улицу. В общем, половину я посажу осенью, а половину я посажу ранней весной. Ну и для себя я проверю, какая же схожесть будет таких вот недозрелых плодов. Потому что в зрелом виде у меня не взошел. Говорят, что в зрелом виде семена у шиповника, кожура очень у семечек толстая, и она очень плохо всходит. Поэтому буду пробовать еще раз. Кому интересно, оставайтесь со мной на канале, и мы, конечно, потом проверим. Я уже сорвала свой шиповник, который в прошлом году вырастила веточку. И на ней в этом году были цветочки, и вот такие созрели плоды. И в том году я пробовала садить вот такие красные, прямо спелые. У меня не взошли они. И посоветовали собрать семена из таких полузрелых плодов. Я собрала вот сколько у меня было. И сейчас перекручиваю их на мясорубке. В принципе, тут сложного ничего нету. Просто перекручивается на мясорубке. И все. Это все бросается. Дырочки вполне приемлемые, как бы семена, которые перекрученные, очень много целых. Если где-то и попадаются такие, ну, как бы перекрученные, то среди них и очень много целых семян. Перекручиваю я на обыкновенную вот эту штучку с дырочками, что на фарш. И сейчас это дело все потом промою. Ненужный мусор я уберу. А все семена, которые будут целые, я их оставлю, высушу и положу на стратификацию в холодильник. Половину этих семян я высажу сегодня. Не сегодня, но этой осенью. А половину я высажу весной. И посмотрим, что из этого получится. Так что, кому интересненько, присоединяйтесь. И посмотрим, получится же у меня в этом году вырастить шиповник или не получится. Ну а пока всем до встречи!